Всем привет! Недавно я купила семена лотосов, где-то онлайн на сайте заказала. И вот у меня они выросли. Я их посадила и в аквариум, и вот в банку тоже. Вот так они в банке себя чувствуют, вот так они вырастают. Вот еще одна банка. Вот. Вот такое было семечко. Оно, правда, даже не закопалось у меня. Надо его, наверное, вручную закопать. Вообще, когда они только прорастают, их лучше не трогать, потому что они очень хрупкие и отламываются стебельки от семечки. И поэтому очень трудно. Надо подождать побольше, где-нибудь месяц или там больше, чтобы они укрепились, и тогда можно их сажать уже, втыкать в землю. Вот. И здесь вот тоже вот так. Это у меня такой уличный аквариум, потому что очень много солнца на него падает, поэтому здесь вода немножко зеленеет, и их надо все время чистить. Вот. Но я стараюсь меньше сейчас чистить, потому что я боюсь трогать их. Вот такое интересное у меня болото, озеро получилось. Мне так нравится, когда капельки собираются, такие красивые. Капельки, капельки. Вот они такие интересные. Классные. Еще капелька. Посмотрим, что из этого вырастет. Но мне кажется, большие лотосы, которые вообще существуют, наверное, не вырастут. Это, наверное, какие-то мини-лотосы. Потому что вот такие они вот растут. И больше, наверное, листочки, наверное, не будут сильно большими. Но я так думаю и надеюсь. Потому что иначе придется их реально куда-то в пруд сажать. В аквариуме посмотрим, как они будут. Ну что, всем спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши другие видео. А там.